в последнее время говорят, заставляют людей учить родной язык. Такого не должно быть. Человек должен знать свой родной язык уже как бы с пеленок. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета в рамках праздника Международного дня родного языка состоялась лекция Наили Файзулиной, доцента кафедры русского языка и методики его преподавания. Темой для лекции выбрали многообразие языков в Республике Татарстан. Основная мысль – это сохранение родного языка и популяризация именно употребления родного языка в повседневном общении, включение переписки на этом языке, потому что вы знаете, что наша страна довольно многонациональна, и, к сожалению, много языков малых уже находится на грани вымирания. Открытая лекция представляла из себя рассказ о исторических и культурных предпосылках многоязычия, также обсуждение статистики проживающих народов на территории республики. Студенты отмечают важность проведения подобных мероприятий. Сегодня проходит международный праздник «День родных языков», и как раз по этому случаю данная лекция очень актуальна, так как в нашей республике проживает большое количество представителей разных народов и наций. Отметим, что проведение подобного рода мероприятий помогает студентам из разных стран изучить культуру других народов, а также окунуться в историю своего родного языка. Адалина Абдрахманова, Фарид Захитуглы, Универньюз.